Не с блокнотами и диктофонами, а с фарбой в руках. Радой Могилёв святкує свой 20-годовый юбилей праз подарунки родному городу. Круглая дата супала из 750-годдзям областного центра. У агульную справу радыйшчыкі робяць значный унесок. Очень приятно, что все-таки не безразличные люди, что и занимаются этим вопросом. Спасибо большое вам. Я сама мама, и поэтому я знаю, насколько это важно, когда у тебя возле дома есть достойная игровая площадка. А тем более, если она ухоженная, то это приятно вдвойне. Инициативу радио подхопили иншие. На добраупорядкование двора собралась великая компания. Краски уходит много, но у нас много помощников. Это и ЖО, которому принадлежит этот двор, и лицей номер 9 строительного профиля, то есть это их непосредственная работа, с готовностью, активно, с увлечением, с горящими глазами они нам помогают, и за это им огромное спасибо. Адраматовать лавки, арели, перфарбовать песочницы и клумбы разом сапраўды простей, и усе намаганні для жыхароў и своих слухачоў. Чтобы они радовались всему, приходили, слушали радио Могилёв. Я думаю, они очень будут довольны тем, что мы сделаем. Причем это не первая наша работа. Как показала практика, все очень довольны. Мы и радио Могилёв делаем одно дело, и это здорово. После летних каникулов новыми фарбами заиграют не только казачные герои на этой дитячей пляцовце. Радио Могилёв готово приемно здивлять слухачов у новом сезоне. Подрыхтовали новое музычное оформление. После перапынку на лето одновленным выйде у эфир ранешнее шоу «Просто утро», якое пришлось до сподобы жыхарам в области и якого яны с нетерпливостью чакают. Открывать усе сакрэты не станем. Их еще шмат. Сюрпризы, подарунки до самого конца года. То есть просто слухайте 96.4 FM у Могилёва. Олеся Рыбалка, Денис Бутылин. Новини региона.